И всем привет, на связи снова Xperion. Что ж, это предпоследняя серия моего летсплея по Calamity моду. Что ж, не будем медлить. В этой серии нас ждет битва с экзомехами. Погнали! Ну и как в прошлый раз, я снова сделаю нарезку наших попыток, а потом и финальную. Ну а что вы ожидали? Осталось всего два босса. Чё мне еще делать? Ну не буду разглагольствовать. Приятного просмотра. Да видал, видал. Ой, блядь. Так. Давай. Что так? Вау. Как долго я ждал этого момента. Твоя природа столь же чарует меня, сколько я ее не понимаю. Ты страшишься с моими творениями, что превзошли богов, и покажешь свою суть через битву. Ты готов? Да. Ну. А сейчас? Уже, блядь! Жесть, как жаль, что ты это не видишь. Он мечами меня атаковал, понимаешь? Я его вообще не дамажу. А, вот, дамажу. Давай, что дамажу. Так, у меня хп немножечко мало. Вот. Блядь! Я очень неудобно очень он так сделал. Очень неудобно, потому что я сразу под лазер подлез, как дебил. И потом еще прыгнул под второй. А, короче, прикол в том, что если ты слишком далеко, он в рейдж мод войдет. Так что так не надо лучше делать. Первая, вторая. Увидел атаку. Это? Я увидел красную здоровую хрень. А, да. А, не отряд, у меня открыт снаряд. Это. Танат. Жопа. У меня лазер. Нет, тэпнулся лазер в меня! У меня тоже лазер тэпнулся. Сдохни нахуй, хули тебя нельзя пристрелить так, сука. Кому, а, ему? Пожалуйста. Если что, кстати, у них одно хп на двоих, так что если одного раздамажу... Я знаю. А, я понял, у меня Арсемида просто невидимая. Да. То есть получается дамаг пока весь там нет, что ли? Ну нет. Ну то есть ты дамажишь Аполлона только, да? Я дамажу Аполлона, но прикол в чем? Артемида я... тоже атакует своими лазерами. Да, причем. Да, она у меня тоже невидимая. Это хотя бы легкий. Да блять, хули вы щелкаете-то наушники опять. А, не, нормально, канат. Совершенно аннигилятор. Аннигилируй себя! Вот поэтому я и не хотел встречать. Блять. Нормально. Эй-эй. Сейчас этот... Сейчас добьем Танатса до половины хп, появится. Блять, меня Танатс нахуй. Это Арис просто взял и уебал. Я сам ничего не понял. Потому что... Нет, я не выжил, потому что триггера атак намного больше, чем визуал атаки. Yes. Сколько тебе просто... осталось? Три. Да часа. Пиздец.
Пизда. Ну ладно, 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 пытаемся, пытаемся. Крепуши просто, да? Да как тебя доджить просто? Иди в жопу со своими мечами, иди в жопу со своими мечами. Вот, опять на чили, вот давай, вот именно так. Там снаряды, и мы движемся быстрее, чем. Ебать меня. Извините за такие душераздирающие крики. Просто по-другому здесь никак не отреагировать, серьезно. Ну что ж, давайте же покажу вам финальную попытку. Это будет очень больно. К слову, я стал замечать, что Макс очень часто стал отнекиваться от игры в Calamity, приводя в аргументы то, что я его заставляю. На самом деле, он же сам этого захотел. Просто он не понимал, на что шел. Ладно, не будем о грустном. Давайте же посмотрим, как мы завалили экзомехов. Погнали. Синхроны. О, да. А, ну ты делай выбор. Вау. Все, все, сейчас только уклоняться. Да, 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 все, надо уклоняться только. Блять.
Просто живи. Они потом самоуничтожатся. 5 секунд. Лично. А зачем я стреляю? Я не понимаю. Все, я жив, я жив, я жив, я жив. Все. Интригующе. Очень интригующе. Мой венец творения полностью и абсолютно повержен. Это не тот исход, которого я ожидал. Извиняюсь за внезапную интроспекцию. После полученных результатов я должен собраться с мыслями. Возможно, рациональнее будет сделать вывод, что ты находишься за пределами моей логики. Итак, ты хочешь добраться до самого тирана? Не жди в этом деле моей помощи. Не подумай, я просто хочу посмотреть на подобное противостояние, ничего более. А теперь предпочту вернуться к своим механизмам. Можешь использовать дешифратор, если хочешь вновь сразиться с моими творениями. А пока я прощаюсь с тобой и желаю удачи во всех будущих начинаниях. Это выглядит красиво. Ну-ка. Уа! Так, а что так много предметов? А, по ДПС, а сколько? Подожди, что так? А мне нравится, слушай, это. Видишь это? Вижу. Да нафиг. Дрейдон Лекс, Форакс, Маска Артемиды. Маска, по-моему, да? А у меня вот тоже маска Артемиды. Маска есть Артемиды. Вот экзомехи и повержены. Сказать по правде, этот босс-файт был не столько сложный, сколько душный. Во время битв происходит такой насёр на экране, что даже не понимаешь, где вообще твои атаки, где вообще атаки босса. В общем, вообще ничего не понятно. А что касается дропа, есть такая механика. Кого первым выберешь, с того дроп и выпадет. И так как мы били Аполлона и Артемиду первыми, следовательно, выпал лут с них, а с них лут на стрелка. Так что Максу новое оружие, а мне ничего. Хотя стоп, почему это ничего? Мы же выбили экзопризмы, из которых можно сделать финальный шмот. Так что не все так плохо. Это экзо-меч. И сколько дамага? Ну, 20 с чем-то косарей, но зато они сама на улице. Знаешь, это всяко лучше, чем у меня. А еще видишь, могу как делать. 12 тысяч. А вот так я, знаешь, сколько наношу? Ну. 60 тысяч. Это еще без перековок. Погоди. Вот это есть у меня еще. Что ж, походу, эта серия будет самой маленькой в летсплее. Потому что, серьезно, вставлять два очень жестких босса в одно видео было бы как-то сумбурно. Поэтому высшую Каламитас вы увидите в следующей серии. А это будет очень страшно, захватывающе и даже слов не могу подобрать. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока!